родились на стройке две девчонки, две сестренки. Вот попали ко мне. Эта история стала уже привычной для растущего Красноярска. На крупных стройках заводят сторожевых собак, достраивают дом и бросают их вместе со щенками. На улице Калинина волонтер общества по защите животных Наталья Шерстюк нашла шестерых щенков. Люди пожаловались. Четверых она пристроила в хорошие руки. А этих девчонок счастье почему-то обходит стороной. Хотя они его очень заслуживают. Знакомьтесь. Боня. 2,5 месяца. Веселая, игривая, любознательная. Сара. 2,5 месяца. Точная копия своей сестры, но блондинка. Девчонок не портит даже борода. Она, наоборот, их украшает. И говорит о том, что в роду этих красавиц были породистые предки. Видимо, терьеристое что-то в них есть. Вот бородка есть, хохолок у кого-то тут вот есть. Бровки такие. Вырастут они среднего роста. Охранные качества, но уже лают в вольерчике, вот в своем загончике, на чужих лают, с ребенком хорошо играют. Бонни и Сара станут отличными друзьями маленькому ребенку, хорошим компаньоном для пожилого человека. Они уже имеют все необходимые прививки. Если вы захотели стать хозяином кого-то из них, звоните по телефону 271-49-50. Можно и на цепь, я как бы не против. Можно во двор. Можно второй собакой. Несмотря на свой юный возраст, Бонни и Сара уже умеют быть благодарными. К примеру, если они находят кость, в первую очередь они ее несут волонтеру Наталье. Сами не трогают. Станьте их новым хозяином, уж точно не пожалеете.